что, мои хорошие, все, я в центре города. Здесь прям, знаете, конкретная движуха, жизнь кипит. Отправляюсь сейчас в интересный магазинчик нижнего белья. Ой, кто-то с чемоданом, как хорошо. Куда-то едет, летит. Правда, я это делаю крайне редко, потому что для меня это вообще проблемно, и с этим я выношу себе мозг. Дело в том, что у меня не совсем стандартная тема идет. Очень широкая спина, а спереди с гульки нос. Поэтому я заморачиваюсь. Не люблю это дело. И была бы моя воля, я ходила бы как Маугли. Но надо соблюдать рамки приличия. Вот где-то там. Получится, не получится, это не принципиально. Главное сделать попытку. Какой драконище. О-о-о, страшненько, да? Классный, такой шикарненький. Поглажу. Поглажу так на всякий случай. Вдруг повезет. Вдруг он приносит счастье. Вот такой вот красавчик. Здесь что-то вот собираются людишки. Вот такая небольшая сценка. Музыканты. Ну, сейчас что-то бахнет. Сейчас что-то будет. Ну, а я пошла в переход и до магазина. Наша филармония такая скромненькая. Вот такие вот чудные скамеечки в виде пианино. Церковь, площадь. Да, вы представляете, сколько лет? Я еще была совсем малолеткой. И посмотрите, название такое же. Зеленые кирпичики. И выложено все зеленым кирпичиком. Вот мне сюда. Магазинчик «Антиквариат». Фотоаппараты, сувенирчики. Посмотрите. Военная тема. Старый-старый чемодан. И посмотрите, проигрыватель пластинок у меня был. Да, я слушала музычку всякую разную. Самовар. Бабушкины шкафчики. Что-то он закрыт. Я бы так зашла бы, конечно. Чего там только нет. Нет, в самом понятно. Я люблю такие штучки, дрючки. В аэропорту. Ладно. Пошла я по своим сердечным делам. По-моему, мне вот сюда вот вниз. Немножко переделали, поэтому придется поискать. Короче, мне не повезло, отдел уехал нижнего белья. Я зашла здесь в торговый центр, вот уже сколько хожу, ничего путного. Все вот такое вот яркое и огромное. Сплошная синтетика. Вот сейчас буду ходить по торговому центру, что-нибудь подбирать. Ну вообще, ну что это такое? Скажите мне, пожалуйста. Так, вижу еще огромный отдел нижнего белья. Сейчас буду смотреть здесь. Я зашла в тот магазин и сразу вышла, потому что цены космос. Я сразу перехотела. Но я все равно буду ходить и смотреть. Зашла просто в шмотки. Здесь вот рубашечки, футболочки. Вот такая вот вообще классная. С Микки Маусами. Очень нравится. Сколько она стоит? Ну, 1200. Офигеть. Такие рубашечки.
999. Ой, ну так особо, знаете, просто уже хожу, гляжу, раз здесь. Ну-ка. Посмотрите, какой прикол. Класс. Сколько она стоит? Ну, цена тоже хорошая. Так, ну что, подобрала я сисечки кое-как. Вот какой-то беленький и вот такой вот бежевенький. Но вот этот вот мне больше нравится. Ну что, сейчас буду мерить и страдать. Нету? Нету. Ну, этот вообще, как будто у меня там такое хозяйство. Мама, не горюй. Вот как-то так. Тоже хорошо сидит. Ну, вот думаю. Поднялась на последний этаж. Бы в тубзик сбегать. И увидела вот такую вот красоту. Здесь можно перекусить. Ну, это, конечно, все не настоящее, но очень красиво. И что, я стою вот и соблазняюсь. Увидела творожную запеканочку, медовик. И вот с брусничкой тоже что-то такое интересное. Блин. Не знаю, может быть, чайку попить. Чем-нибудь вкусненьким. И вот такая вот красота. Очень красивое оформление. Просто бомба. Класс. Сейчас буду думать, что я съем вкусненькое. Вот такой вот вид с туалетика. Старые домики. Все, помыла я ручки, сходила в туалет. И сейчас буду пить чаёк. Присела вот за такой вот стул, вот с такими стульями. И, к сожалению, замуровали все окна. Раньше здесь был такой вид на город. И у меня зеленый чаёк с лимоном. Вот такая вот большая кружечка. И мой брусничный пирожок. Вот, вот такая вот вкуснятина. Очень вкусно. Это какой-то зеленый чай, не зеленый, но вкусно. Вот это вообще бомба, просто бомба с брусникой. Посмотрите, как сочненько, сколько ягоды. Вкусно там. Приятного мне аппетита. Я не так часто захожу, но сегодня я соблазнилась. Офигеть. Только надо есть очень-очень аккуратно, чтобы вот эта кровавая смесь не попала мне на одежду. Я сегодня вся светлая.
очень вкусно. Сначала хотела я взять творожную запеканку, но потом передумала. Это полезнее и вкуснее. Сейчас попью чай, перекушу и пойдем на площадь. Там уже сделали фонтаны. Покажу, что там за чудо. Я уже доедаю. Осталось 3 маленьких кусочка. Безумно вкусно. Просто бомбически. Очень много брусники. А тесто пресное. И вот кусок такой прелести, зеленый чай с лимоном, мне обошлось в 130 рублей. Для перекуса вообще просто шикарно. Сплошная ягода. Я тут вот рисую по тарелке тестом. Рисунок тестом. Ну так. Я же не могу, чтобы не побаловаться. Такая вкусняшка. Я зашла в Арочку. Здесь в центре много таких. И заходишь, и везде вот такие вот дворики. Какая-то избушка на курьих ножках. Ну вот как-то так. А я стою здесь у помойки, курю. И пойдем с вами на площадь к фонтанам. Ну что, поела, пописила, перекурила. И сейчас буду себя выгуливать. Такие старые-старые здания. И весь центр такой. И вон площадь. Мы топаем туда. Блин, сегодня так солнечно. Солнце слепит. Небо чистейшее. Ну что, пойдем посмотрим, что здесь наделали. Писк, счастье и радость. Какие-то струйки. Листопад. Я иду, на меня падают листья. Прям сильно так, да? Ой, как всегда, вот такая грязюка. Бутылки, коробки. Ну что за свиньи, блядь, а? Они люди. Вот такой взяла бюстгальтер. На нем остановилась. Особо выбора не было. Перемерила 7 штук. На большее меня не хватило. Потому что магазин нижнего белья для меня охеренный стресс. И в каждом бюстгальтере было что-то не так. То объем не подходил, то лямочка, то форма, то безумно толстые кружева. Я их вообще терпеть не могу. Но здесь получилось немного, но они такие, знаете, тоненькие, через одежду не выделяются. И я надеюсь, что особо они меня не будут раздражать. Ну, вот такой вот простой, беленький, без наворотов. Но качество отличное. Фирма вот такая. Но, если честно, мне похеру, какая фирма, кто шил. Главное, чтобы мне нравилось и было комфортно. Я вообще не из тех женщин, которые, знаете, сломя голову, будут носиться по городу и искать определенную фирму, там, качество и так далее. Я к нижнему белью ровно дышу. Я люблю пижамы. Сейчас я его освежу, простерну и буду счастлива. Буду ходить вот в таком нарядном, качественном бюстгальтере. Так, стоит он, да,
цена вот такая, 1650. Шоколадная цена, я вам скажу. То, что видела я сегодня, я бежала далеко-далеко. Желание отпадает сразу. Цены космос, а давать, например, 6, 8, 10 тысяч за бюстгальтер, я считаю, это безумие. Им свойственно, знаете, растягиваться, скатываться, где-то что-то. Носил, насколько его хватит, и все, и до свидос. В помоечку и пошел, и купил следующий. Посмотрите, что я творю. Я нарезала молочный батон, открыла сгущенное молоко. И сейчас буду пить чай, макать хлебушек и наслаждаться. Знаете, иногда хочется вот так вот просто макать хлеб в сгущенку и пить чаек. Особенный вкус. И мне это еще очень напоминает мое детство. Одному Богу известно, сколько я сожрала сгущенного молока. Так что мне приятного чаепития.